В этом году в проектах школы «Росатома» приняло участие 86 детей. Татьяна Кужениязова рассказала о самых ярких программах минувшего учебного года. Самыми яркими и интересными событиями, на мой взгляд, стали конкурс инженерного творчества «По следам Жюля Верна» и прекрасная победа наших школьников на очном, на финальном этапе этого конкурса. Также замечательным, таким объемным, большим событием стал чемпионат по футболу для дошкольников, который проводился у нас, муниципальный этап проводился практически целый месяц в городе. Все детские сады, все дошкольники принимали в нем участие. Вот. Было очень это интересно, с таким накалом страстей. Прямо вот и родители так активно приняли в нем участие. Прямо вот, ну, незабываемое событие на фоне проходящего сейчас чемпионата мира. Я думаю, что мы вот прямо с такого раннего возраста смогли ребят приблизить к спорту, к здоровому образу жизни. Ну и, конечно, то, что наши малыши съездили в Воронеж. Тоже было для них ярким, незабываемым впечатлением. Также я считаю такими вот очень значимыми, хорошими победами наших журналистов телевизионного проекта «Атом ТВ» и также конкурса газетной журналистики, издания газеты «Росатом Скул», которые тоже сейчас у нас ребята все больше и больше подтягиваются к этому, пишут статьи. Я думаю, что это тоже вот даже просто дает им какие-то вот навыки, какие-то новые умения, кроме того, что возможность реализовать себя и, возможно, определить свою будущую профессию. Очень значимым и масштабным в этом году получилось проведение метапредметной олимпиады. В ней принимало участие 8 команд. Раньше у нас такого количества в городе не было. Метапредметная олимпиада – это такой тоже нестандартный формат, нестандартный подход, который открывает у ребят более широкие возможности для мышления. Но они начинают думать по-другому, ко всему подходить. Ну и плюс это умение работать в команде, то есть все то, что нужно современному человеку. Надеюсь, что в следующем году мы, если возможно, еще активней, еще веселей, еще дружней будем принимать участие в новых конкурсах, потому что они всегда интересны. Школа «Росатома» имеет свой девиз «Мы проектируем будущее, чтобы войти в него первыми». В сентябре она представит новые программы и конкурсы, и еще больше ребят будут привлечены в школу «Росатома».